Одну простую сказку, а может и не сказку, а может не простую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Нам помнится в вороне, кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки, а может быть корови, мум-мум-мум-мум-мум. Однажды повезло, прислал ей кто-то сыра, грамм думается 200, а может быть и 300, а может полкило. На ель она взлетела, а может не взлетела, а может быть на пальму с разбегом забралась. И там она позавтракать, а может пообедать, а может и поужинать спокойно собралась.